Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам свою орхидеюшку Ванду. И хочу показать, как же она подрастила свою деточку. Вот так вот мы раскрываемся. Сейчас немножечко листик в сторонку, чтобы вы видели вот эту вот красоту. Невероятная такая крошечка. Вы видите, что у нас листики в разные стороны. И мы растем. Буквально недельку назад она была намного меньше. Вот такая вот уже наша деточка. Уже, можно сказать, такой даже подросточек. Пусть еще не сильно большой, но подросточек уже. Так что мы растем. Все у нас хорошо. Кушаем мы хорошо. Я купила новое удобрение с повышенным азотом. И я смотрю, что моим растениям безумно нравится. Все пошли очень хорошо в рост, ну, в том числе и наша Ванда. Я думаю, что многие знают, что Ванду нужно намного чаще удобрять, чем все остальные растения. Если мы фаленопсисы удобряем приблизительно раз в месяц, то Ванду желательно удобрять. Многие рекомендуют даже каждый полив. Я не удобряю ее каждый полив. Я удобряю через полив. Я ее в ванной по корешкам опрыскиваю, а после этого развожу удобрение в тот же опрыскиватель и опрыскиваю по корешкам, по листикам. И вы видите, как она растет. Листик один молоденький пошел в рост, второй уже так достаточно подрос. И теперь растет наша деточка, она такого красивого, насыщенного цвета, она даже так выделяется, скажем так. Вот я ее сейчас не поливаю каждый день. Я делаю все-таки немножко просушки, потому что если мне придется уехать на некоторое время, то моей Ванде будет, конечно же, нелегко. Поэтому я постепенно-постепенно приучаю ее ну, к таким, скажем так, просушкам небольшим. И стараюсь ее поливать раз в 4 дня. То есть 3 дня проходит, на 4-й день я опрыскиваю полностью все растение. Я вам уже показывала, как я ее поливаю. То есть поливаю полностью по всем листикам, по всему. Она у меня в ванной висит. Буквально полчасика вся водичка стекает. И тогда я несу ее назад и вешаю на свое место. Я ее не кручу, не верчу, вот как она у меня висит, как я ее повесила, так она у меня и растет. Стараюсь ее не крутить, не вертеть, для того, чтобы лишний раз не травмировать растения. Так что мы растем, мы развиваемся, все у нас хорошо, с корешками тоже все отлично. Так что ждем, когда подрастет наша деточка, и, конечно же, ждем цветения. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.